это метелка мискантуса эриантус равис. Вот я говорила, ранее снимала видео. Получается, в ноябре прошлого года я разделила куст. Он весной отрос. И уже сейчас образовал вот такую метелку. Вот посмотрите, какая пушистая, классная метелка. Немножко вначале она перламутрово-розовая, прямо перламутрово-розовая. А потом, когда распушится, вот такая сиреневатая. Сиреневатые такие веточки и как бы там семена или что-то такое. Вначале распускается она вот таким желтеньким. Вот так красиво. Флористики используют, красят и как-то там, ну, как-то так сухих букетов там, и украшения интерьера. В общем, вот так стволики у этого эриантуса вот такие. Очень красивые, красные, красно-желто-зеленые. Смотрите, какая прелесть. Вот так вот. И вот сейчас я померила вот эту вот метелочку. Мне пришлось ее обрезать, потому что, ну, это очень высоко. Я там немного 57 сантиметров. И вот еще там изнутри еще будет выходить. То есть красота вообще супер. Смотрится очень красиво. И издали. И вот, вот так вот. Ярусами вот так вот и поднимается наверх. Вон там метелки. Красота на фоне неба. И с улицы. У нее большой забор, и с улицы, когда идешь, вообще супер. Супер-пупер. В общем, девчонки, моя любимая игрушка. Ну или игрушка, или растение, или как сказать. В общем, житель моего сада. Всем такое чудо рекомендую. Добавляйтесь ко мне в Одноклассники. И будем с вами или меняться, или приобретать.